Здравствуйте, я Лилия Игликова. О казусах избирательного процесса будем говорить сегодня. С нами на связи по скайпу из Караганды экс-кандидаты в Маслихат Караганды Белла Филимонова и Ольга Юрковская, а также юрист Марина Лаптева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, первый вопрос хотелось бы задать вам. Мы знаем, что по всему Казахстану уже идут поствыборные суды. Вчера буквально закончился судебное слушание по вашему делу. Насколько нам известно, вы подавали иск в суд на избирательные, окружные и территориальные комиссии о требовании признать незаконными протоколы и провести перевыборы по своим участкам. Расскажите, пожалуйста, детали этого процесса. Дело в том, что нам в этот раз была дана возможность баллотироваться в депутаты, то есть простые люди могли попробовать осуществить помощь там наверху, да. Но на месте у нас не было возможности проконтролировать, чтобы все это было честно, потому что нам ее просто не дали. Дело в том, что у нас у многих, у самовыдвиженцев, естественно, были люди в помощь, доверенные лица, которые были расставлены на участках, у каждого был свой участок, свой пост, на который люди заступали рано утром. Но, во-первых, нас дезинформировали, сказав о том, что на участке нам надо прийти доверенным лицам к 7 утра. Когда наши доверенные лица пришли к 7 утра, им уже там сказали, что они опоздали с регистрацией, что надо было приходить полседьмого. И, в принципе, не дали ни осмотреть ни урны, ни кабинки, ни ручки, то есть ни зал, возможности осмотреть уже не было. Многим не дали стулья. Из-за этого у людей сразу начался, знаете, немножко как их выбили из колеи. То есть утро началось с каких-то конфликтов. Пусть это мелочь, но это неприятно, потому что человеку ограничили время, потому что человеку ограничили место. И в итоге получается, что человек понимал, что ему стоять здесь на этом месте целый день на ногах, а ему не дают стул. То есть первые заявления, акты о нарушении у нас начались именно по поводу недачи стульев. Дальше волна пошла, потому что на участках мы заметили, что были провокаторы со стороны других доверенных лиц, были просто провокационные какие-то ситуации, которые начинали ругаться между собой, начинался какой-то конфликт, шум, и их просто всех начинали выгонять с участка, в том числе и наших ребят тоже вместе с ними. Потом мы столкнулись с тем, что вдруг откуда ни возьмись взялась такая проблема, как санобработка. Нашим доверенным лицам стали говорить о том, что будет проводиться санобработка, и вы должны покинуть зал. Однако же в законе о выборах этого нет. Мы все понимаем, что есть законы, есть постановления. И законы, они выше, чем постановление санврача. Мы это знаем по закону. Но на месте оказалось так, что под эту бумагу наших всех ребят выводили из зала, закрывали наглухо двери, и в течение 7-10-15 минут там находились кто-то, работники организации образования, зачастую это были школы, колледжи и так далее, но не наблюдатели и недоверенные лица. Естественно, урна выпадала из зоны видимости. Вот. И проконтролировать, что там происходит, возможности не было совсем. В течение дня были вот вроде как вот такие мелкие нарушения, и все, конечно же, уже казалось, все прошло, все, дело близилось к вечеру. Однако где-то без 5, без 28 начинались новые скандалы, там, где еще было вроде все нормально, днем тихо, начинались именно опять какие-то провокации ближе к вечеру, ближе к закрытию, кого-то стали выгонять, кого-то удалось выгнать из наших ребят с участка, и потом уже попасть на участок после 8 вечера они не смогли, даже будучи зарегистрированными доверенными лицами. Мы понимаем, что это специально было сделано, это были такие провокационные моменты, именно чтобы не допустить наших ребят для наблюдения. После 8 был подсчет. Хотела заметить сразу, у нас в большинстве случаев выборами занимаются именно работники образования, так как все процессы происходят на объектах образования, то есть это колледжи, это школы, в большинстве случаев это именно так. Теперь, получается, мы столкнулись с тем, что какие-то школы были чистые, как мы называем, то есть там все прошло ровно, ребята спокойно наблюдали, все хорошо было видно, все везде фиксировалось, разрешали вести запись, фото, видеосъемку и так далее. Это было спокойно. Но были такие участки, которые запрещали вести фото, видеосъемку,
И, естественно, вот именно на этих участках вечером начинались какие-то проблемы. Скорее всего, как я полагаю, то, что не удалось сделать днем, то пытались сделать после закрытия, после удаления наших доверенных лиц. Еще проблема в том, что у нас не совпадает количество людей, которые голосовали. Все наблюдатели, независимо от того, кому они принадлежали, партиям, ну, зачастую тем, которые не выиграли, или самовыдвиженцам, все наблюдатели и доверенные лица говорят об очень низкой явке населения. То есть, по нашим данным, явка населения была процентов 15-20. Однако же уже в 8 вечера было сказано, в Астане, я так понимаю, уже было отрапортовано, что по Казахстану проголосовали, или по Карагандинской области проголосовали 58%, если я не ошибаюсь. Данные нас очень поразили, но мы не могли ничего сказать, потому что мы отвечали только за свои округа. Это вот первый и четвертый округ по Караганде. У нас в общей сложности было 15 участков. И самые большие проблемы, конечно же, были ночью. Людей держали вот на тех участках, где у нас идут расхождения по количеству людей, по количеству голосов. И неважно, за нас они или не за нас. Поэтому мы были недовольны. И мы решили, что это дело так оставлять нельзя, потому что государство дало нам возможность воспользоваться честными выборами. И нам необходимо было донести эту информацию, что честными их провести не получилось. Я хотела бы попросить вас более детально рассказать про карагандинское ноу-хау проводить санитарную обработку на избирательных участках именно в день выборов. По вашим сведениям, вы же общаетесь и с другими, общались с другими кандидатами в депутаты, наверняка это карагандинская фишка или в других регионах тоже было подобное? Вообще, чья это команда? Удалось ли что-нибудь узнать? Управление образования или управление здравоохранения? Кто дал команду проводить санитарную обработку на избирательных участках именно в день выборов, и почему на избирательных участках оставались комиссии? Или комиссиям химикаты не страшны? Дело в том, что у нас было объявлено о санитарной обработке. Где-то она включала еще и кварцевание, то есть были кварцевые лампы, однако не везде они применялись. Что подразумевало под санитарной обработкой, наши ребята обратились, то есть тех, кого выгоняли, они сразу спросили, на основании чего, покажите документ. В каких-то участках показывали какие-то бумаги, на некоторых участках не показывали, просто говорили там, что это распоряжение, что так положено, там СЭС и так далее, нормы. И получается, что сама обработка подразумевала проветривание помещения и мытье полов. По большому счету, это можно было проводить даже в присутствии людей. То есть все мы видели, что работники, те, кто мыли пол, они, в принципе, на протяжении всех выборов были. В течение всего дня они там мыли, убирали. Но на такой промежуток времени выходили именно специально, людей выгоняли, чтобы, видимо, сделать вбросы. Или я хочу подметить, что в поликлиниках делают санобработку в течение дня, ну там полчаса раз или час, да, раз. Никого не выгоняют, просто ножки поднимаешь, и они моют полы. Здесь же выгоняли, закрывали двери, и комиссия оставалась там внутри. Вот лично на моем избирательном участке было такое, что выгнали всех, и люди остались, комиссия осталась там внутри. При этом закрыли на щеколду дверь, и наши доверенные лица попасть туда никак не могли. Ни в щеколду посмотреть, никак абсолютно не увидишь ни урну, ни того, что там происходит. Но ведь на самом деле сам факт проведения такой закрытой санитарной обработки, когда комиссия остается на участке, а наблюдатели вместе с голосующими выпроваживают вон, сам этот факт сводит на нет, собственно, и сами выборы. Мы, опять повторюсь вот за Олей, что государство нам дало хорошую возможность пойти в депутаты и помогать людям с той стороны, потому что мы во все двери бьемся, и результаты не получаем именно от депутатов. Вот решили попробовать. Люди просили, чтобы мы туда пошли. Решили попробовать показать себя. Ну и вот столкнулись с таким, что были на войне. С 6 утра, получается, 19 числа
до 20 числа до 8 утра, вот я последнюю девочку забрала в 7:30 утра, мы находились на войне. Особенно это началось в 8 утра, именно вот в 8 вечера, когда начался подсчет. Когда мне лично мои доверенные звонили, писали, и самое страшное, что я находилась с этой стороны, а они с той стороны, и я им помочь ничем не могла. Шли провокации. Провокации создавали такую ситуацию, чтобы был скандал. Причем, что, например, мое доверенное лицо в этом скандале не участвовало. Но под любым предлогом вызывали полицию, обвиняли ее необоснованно. Вот у меня был такой случай на одном из участков номер 4. Девочку обвинили, якобы она в сговоре с тем, кто создал конфликтную ситуацию. Ее в 20 минут 9-го, когда шел подсчет, вывели за двери избирательного участка. Двери закрылись, пока она разговаривала с полицией. Естественно, полиция состава не нашла для того, чтобы ее забрать. И полиция уехала, ее оставили. Она пыталась зайти обратно в избирательный участок. Зайти не смогла. Дверь была закрыта. Звонили, звонок было слышно, что там звонит. Стучали. В общем, не попали туда. На что вызвали полицию, написали заявление. Ну, факт в том, что этот избирательный участок остался вне поля зрения, человек не мог видеть, что там происходило. Естественно, мое предположение, что там был сброс, там делали все, что хотели в этот момент. Я посмотрела на это с другой стороны, со стороны вот, внутри побывав. Мне стало страшно, водить своих детей в эти школы. Что там творили учителя, вот это не описать. Наши люди, доверенные лица, еще раз повторюсь, побывали в горячей точке. С ними разговаривали нагло, провоцировали, можно сказать, обманывали. Вот я почему говорю «обманывали», потому что у нас вот эти выездные урны, с которыми обязаны доверенные лица ехать в одной машине, всеми любыми способами обманывали, уезжали, доверенных лиц наших оставляли, опять же, урна оставалась вне поля зрения доверенных лиц. Обманным путем. Говоря о том, что в машине места нет, хотя по закону положено доверенному лицу ехать вместе с урной в машине, сопровождать ее. Они говорили, что нет, нельзя. Убегали с этой урной. То есть всеми способами пытались не допустить. Опять же, я считаю, что там тоже был вброс. Я прям уверена. Спасибо за то, что вы красочно описали эту ситуацию. И, конечно же, нам нужна юридическая консультация. Марина, опишите, пожалуйста, как выглядит эта ситуация с юридической стороны. С юридической стороны, безусловно, членами избирательной комиссии нарушалось выборное право. То есть закон о выборах Республики Казахстан, в котором четко указано все, что могут, какими правами и обязанностями обладает каждый участник данной процедуры, как доверенное лицо, так и представитель избирательной комиссии. Относительно самого первого факта, который был выявлен, это не предоставление стульев. Согласно правилу оборудования избирательных участков, на избирательном участке должны быть стулья для наблюдателей доверенных лиц. В должном количестве их не было, они ссылаются на какие-то санитарные нормы. При этом никакими санитарными нормами не указано, что стульев должно быть 6 или 12. То есть это просто манипуляции, но учитывая, что сроки ограничены, то есть представителю, доверенному лицу, либо наблюдателю все равно ему нужно здесь и сейчас быть, то людям приходилось просто стоять. Вызывали полицию, могу сказать, полиция, они тоже были не готовы, наверное, к такому наплыву заявлений, потому что заявлений было очень много. Они ездили буквально между участками, даже между нами, нашими участками. Звонили в Генеральную прокуратуру. Вы знаете, мы столкнулись с тем, что все горячие линии оказались холодными. Это такая шутка этого дня была. То есть ни в 115, ни в Центральную избирательную комиссию, ни председателю территориальной избирательной, ни окружной комиссии дозвониться невозможно. В принципе, мы после многочисленных попыток дозванивались, иногда на некоторых участках после приезда юриста, и ссылки на эти правила стулья предоставлялись. На некоторых участках. На некоторых участках, вот куда юрист не доехал, представителю, доверенному лицу даже сказали, что у вас есть свой стул, но вы не можете его занести, потому что он не прошел санитарную обработку.
Такой нормы тоже не существует. Какая санитарная обработка? Это не операционная. Тут санитарные правила, которые могут действовать для операционной, не действуют для избирательного участка. Это понятно. То есть тут мы ссылаемся на санитарные правила, и, естественно, по школам, по общеобразовательным учреждениям. Потому что это помещение общеобразовательного учреждения. Относительно санитарной обработки вы спрашивали. Я нашла этот акт. Это акт Комитета санэпидконтроля Республики Казахстан, акт санитарного врача Карагандинской области, в котором всего лишь указывается три пункта: соблюдение поточности, проведение влажной уборки и проветривание. И все. Никакого пункта о том, что члены избирательной комиссии обязаны на время санитарной обработки какими-то, возможно, да, дезинфицирующими средствами опасными удалять всех членов и участников избирательной процедуры, такого нет. Они вообще не имели права закрывать избирательный участок во время избирательной процедуры. Они нарушали право, выборное право уже и избирателей в том числе. Понимаете? На самом деле к следующим выборам подобные независимые самовыдвиженцы подойдут еще более подготовленно, потому что мы будем составлять буквально методички. После этих выборов мы можем уже проводить консультации по закону о выборах и всех подзаконных актах. С точки зрения юридической, они делали, безусловно, беззаконные вещи. И поступки, да, действия свои. И их действия, естественно, можно обжаловать в суде. Но мы должны понимать, что сроки очень маленькие. Всего лишь 10 дней, согласно закону о выборах, статья, по-моему, 20... Статья 20.9, которая говорит, действия, бездействия избирательной комиссии могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию или в суд в течение 10 дней со дня принятия решения или совершения действия бездействия. Вот именно в эти сроки мы уложились при подаче нашего иска. Но, несмотря на все вышеперечисленное, судья и прокурор не нашли ничего противозаконного в этих действиях. Почему? Я не могу сказать, что они не нашли ничего противозаконного. Факты подтвердились. В своем заключении прокурор сказала, что да, численные значения. Давайте начнем с предмета иска, да? С предмета, с требования иска. Требование наше было признать незаконными действия избирательной... Так, начнем с признать незаконным итоговый протокол территориальной избирательной комиссии по подсчету итогов голосования по выборам депутатов Карагандинского маслихата, избираемых по одномандатным округам, в части округ 1 и 4, это где баллотировались мои доверители. Почему мы решили признать этот... Кратко скажу, без загромождения юридическими нормами, почему протокол должен быть признан недействительным. При ознакомлении с данным итоговым протоколом на сайте, на официальном ресурсе Акимата города Караганды было установлено, что те протоколы итогов голосования, которые получили доверенные лица кандидатов в депутаты утром, да, с печатью и подписью, как положено в соответствии с законом, они отличаются от тех, которые были опубликованы на сайте Акимата, и отличаются очень существенно. Соответственно, поскольку есть ряд протоколов, там больше, там фактически не соответствуют все. Абсолютно везде численные значения различаются. Соответственно, мы просим признать данный протокол голосования, естественно, недействительным, незаконным, ну, что влечет за собой признание недействительным. Обязать ТИК аннулировать итоги выборов, провести повторное голосование по округу номер 1.4 на основании выявленных в ходе голосования подсчета голосов нарушений. Ну, это требование ясно, поскольку процедура была нарушена, мы просим в таком случае аннулировать на основании того, что протокол недействительный, соответственно, перевыборы, да? И, естественно, мы требуем признать автоматически незаконными протоколы окружной и участковых избирательных комиссий, потому что все ТИК, территориальная комиссия, выносит свой акт на основании участковых вот этих протоколов на каждом участке. Что мы видим в этих протоколах? Это, ну, я могу вам сказать, это вопиющие факты, просто вопиющие факты. Например, элементарно разберем один протокол. Участок номер 2. Там указывается, я прям помню на память, количество зарегистрированных 1163, а количество выданных бюллетеней, то есть которые проголосовали, 1174. То есть на 1% больше, чем вообще есть на этом, чем проживают избиратели на этом участке. Вы представляете? Это в том протоколе, который предоставил суду территориальная избирательная комиссия. А в том протоколе, который выдали наблюдателю, доверенному лицу на участке, проголосовало всего лишь 240 человек. Остальные бюллетени были погашены, о чем имеется, соответственно, видеозапись, где председатель участковой избирательной территориальной комиссии четко произносит цифры, что, уважаемые наблюдатели, мы погасим сейчас 900 с копейками там бюллетеней.
Представляете? А территориальная избирательная комиссия в суд представляет протокол, в котором абсолютно другие значения. Мы задаем вопрос, а что же тогда гасила избирательная комиссия на видео? Вот вы видите, что погашение, то есть отрезание уголков неиспользованных, 920 бюллетеней. Что же это было? Знаете, что какой ответ? Вы знаете, я не могу вам сказать, а точно ли это председатель этой избирательной комиссии, а где вы сняли это видео? То есть, ну, сказать-то больше нечего. Вы представляете, до такой, ну, это доходит уже до маразма. Естественно, мы должны сказать относительно ответчиков, что никто в суд не явился, они, значит, дали доверенность своему представителю, юристу, члену юридической палаты. Естественно, мы на следующем заседании, я ходатайствовала о том, чтобы ее исключили из процесса, поскольку они не могут, как физические лица, давать доверенности. То есть каждый дал свои там, от своего фамилии, имя, отчество, со своей личной росписью, нотариуса доверенность. Я говорю, нет, поскольку статья 19 закона о выборах говорит, что любой член избирательной комиссии является представителем государственного органа и находится под защитой государства. В таком случае, по таким доверенностям, они могут, не знаю, разводы оформлять, имущество делить, но никак не представлять интересы государственного органа в суде. Но судья с этим согласилась, она исключила данного представителя. Мы, естественно, полагали, что сейчас мы всех членов избирательной комиссии увидим здесь и будем задавать им неудобные вопросы, а вопросов была масса. Но нет, они дали доверенность теперь представителю территориальной избирательной комиссии. Это допустимо, потому что они, в принципе, все одно структурное подразделение, да? То есть территориальная, окружная и участковая. И в итоге один человек представлял всех 16 ответчиков. В таком случае, вот я вам ранее сказала, что вот видео и представитель территориальной избирательной комиссии отрицает вообще, что это именно участок избирательный, что и что человек, оглашающий количество погашенных бюллетеней, количество проголосовавших, что он вообще является должностным лицом. В таком случае кодекса гражданско-процессуального, статьей 115, предусмотрена возможность суда признать явку обязательной, независимо от того, что есть представитель. Я ходатайствую, естественно, говорю, учитывая, что представитель не может ответить на поставленные вопросы, это невозможно, поскольку он там не был. Соответственно, прошу признать явку обязательно. Тут говорит нет, не буду признавать. Я говорю, а как же мы будем, как же суд будет разрешать тогда вообще, как мы будем достигать истины по делу? Потому что цель подачи иска и обращения в суд в любом случае восстановление нарушенного права и достижение истины, да, по делу. Она говорит, ну нет, поскольку есть представитель, мы не будем вызывать. Представитель ссылался на то, что все они учителя, им очень некогда, они были столько времени заняты, они так устали. Как будто бы депутаты не были заняты все это время в такой же подготовке, да, и не устали. Важно сказать, что данная категория дел рассматривается в течение 5 календарных дней, соответственно, учитывая, что мы подали в пятницу, за 3 дня рабочих, понедельник, вторник и среду, мы рассмотрели полностью все дело с опросом 8 свидетелей, с исследованием там, больше 150 вещественных доказательств, документов, да, протоколов и всего остального. Какой вердикт вынес суд? Суд вынес следующий вердикт. По требованию признать незаконным протоколы отказать, по требованию, у нас их было 5 от Беллы Филимоновой и 4 от Ольги Юрковской. Поскольку акт сам еще не вынесен, поэтому я вот буду на память вам говорить по требованиям. По признать незаконный итоговый протокол избирательный, окружной и территориальный отказать. По требованию обязать ТИК аннулировать выборы, возвратить. По требованию признать незаконными действия избирательной комиссии номер 4, где выдавали бюллетени, не соответствующие правилам внесения изменений, возвратить. Суд счел, что это больше основание, но не требование, и что по этому основанию мы должны были обратиться в прокуратуру, либо в избирательную комиссию. На доводы, что... Вы знаете, очень интересный факт, я немножко отойду от решения суда. 19, 20, 21 числа, те именно дни, когда все кандидаты в депутаты были возмущены и были готовы подавать жалобы, у нас просто не работал ЕГОВ и ЕУТНШ. У нас не работал судебный кабинет. То есть палата у нас есть чат юридических консультантов нашей палаты, да, все недоумевали, а что случилось, почему не работает. То есть у нас-то обычная рутинная рядовая работа.
я пишу, что мы не можем подать иск, потому что, ну, вероятно, потому что выборы. Все говорят, а, точно, действительно, выборы же были, это чтобы жалобы не подавали. Через на третьи сутки мы сообразили, что отключен этот сервис только для Казахстана. Соответственно, мы включили VPN, и все заработало. Вы представляете? То есть, когда представитель ответчика говорит, а почему вы сразу не обратились там в ЦИК, в ТИК, в окружную, в прокуратуру и так далее? Мы писали, но отправлять было нечего, не было сервиса, через который отправить. Важно отметить, что по нарушениям, конкретно по округу 1.4, где баллотировались мои доверители, было подано 6 заявлений в полицию. 6 заявлений в полицию. Вы представляете, насколько это? Часто вообще вызывалось в полицию. И сколько было вызовов без заявлений, которые вызывалось... Даже на меня вызывали полицию. Я тоже была доверенным лицом на одном из участков. То есть это было все очень интересно. Относительно решения суда. Суд усмотрел, подтвердил, что нарушения есть. По всем избирательным участкам он это признал, что да, нарушения были, они усматриваются из видеоматериалов, из показаний свидетелей, из документов, представленных суду, и вынес частное определение суда в адрес областной избирательной комиссии о том, что нарушения есть, и чтобы впредь их не допускали. В том числе, естественно, какой-то дисциплинарной ответственности будут привлечены члены этих избирательных комиссий и прочее. Я задала вопрос суду, будет ли информирована Центральная избирательная комиссия, она ответила, конечно, будет, но меня все-таки... Это хорошо, да, частное постановление, это уже достижение, это хорошо, что суд признал, прокурор признал, даже в своем заключении она сказала, что да, численные показатели действительно различаются, установлено несоответствие, это было произнесено под аудио-видеофиксацию, но данные итоги существенно бы не повлияли на итоги голосования. Вот. Безусловно, по факту фальсификации я ходатайствовала о том, чтобы суд вынес частное определение суда не в адрес избирательной комиссии, а именно в адрес прокуратуры, поскольку если усматривается в ходе судебного разбирательства состав уголовного преступления, а фальсификация – это уголовная статья 151, то, соответственно, суд должен был вынести... Да, 151-я фальсификация избирательных документов, референдума или неправильный подсчет голосов. 151-я Уголовного кодекса Республики Казахстан. Я просила суд, чтобы вынесли в адрес прокуратуры, чтобы там возбудили проверку и, соответственно, возбудили уголовное дело. Суд на это ничего не сказал, она не вынесла этот акт. Но сейчас, несмотря на то, что 10-дневный срок прошел, по Уголовному кодексу уже сроки другие. Мы, безусловно, будем подавать в прокуратуру, мы будем подавать в Центральную избирательную комиссию, и прокуратура должна будет все возбудить уголовное дело, сначала проверку, а потом уголовное дело. Потому что фальсификация настолько явная. Ну, как вам сказать, тут нет возможности показать документ, но это очевидно и видно абсолютно невооруженным взглядом. То есть у нас же не просто копии протоколов, у нас копии, заверенные печатью и подписью секретаря и председателя избирательной комиссии. И то, как они разнятся с теми, которые представил ТИК, ну, ребенку будет ясно, что это совершенно другие. Печать та же, подписи другие. Да, я хотела бы задать вопрос. Марина говорила сейчас о том, что протокола, их первоначальные варианты и протокола обнародованы, сильно отличаются друг от друга. Тогда, я думаю, стоит задать вопрос, а в чью пользу они отличаются? Да, судебные какие-то разбирательства будут, может быть, какие-то ошибки, скажем, поставим это слово в кавычках, при избирательном процессе будут признаны избирательными комиссиями, но смысл всего этого ведь все равно... Люди, в чью пользу были сделаны вбросы, а такие факты были, есть подтверждения, все равно прошли во власть. То есть цель достигнута, а эти небольшие издержки, ну, их можно считать как издержки производства, издержки процесса. Белла, адресую этот вопрос к вам. На каждом избирательном участке, я так понимаю, какие-то были... изобретены новые методы проведения, введения каких-то фальсификаций в протокола. Где-то это санитарная обработка, где-то это
еще что-то, например, отсутствие видеосъемки и вызов полиции, еще там какие-то возможные придумки? Я хочу сказать, что вот на трех участках там изначально прям выдали протокола, как положено. Мы один из участков считали, что он вообще был самый идеальный. И я хочу сказать, что именно на этих участках, где не было, где все прошло идеально, где вбросов не было в течение дня, там я вот про себя сейчас говорю, у меня голоса выше, чем у всех остальных. Там, где происходили в течение дня вбросы, это была санобработка, это убегали вместе с урной, там, соответственно, голоса были у других выше, у меня были ниже. Я знаю точно, что за меня люди шли, потому что писали комментарии. Меня люди сами просили, чтобы я выдвинула свою кандидатуру. А вот, простите, ну, перебью вас. Убегали вместе с урной, это как? Ну, вот был такой случай, что прям убегали вместе с урной. Но они не хотели... Выносная урна, это которая, вот, получается, люди, которые не могут присутствовать, болеют там, инвалиды. Вот к ним выезжает выездная урна. И я еще раз повторюсь, доверители наши имели полное право по закону ехать вместе в этой машине, в которой едет люди с комиссии и урна, и мой доверитель должен был находиться именно в этой машине. Они запрещали, они не давали возможности. Мало того, что обманным путем, они просто уезжали. Был момент, когда я знаю свой участок, потому что я лично сама обходила каждый дом и где-то расклеивала плакаты, где-то там агитировала людей, разговаривала. И я знаю этот маленький участок. Я поехала искать машину с этой урной, потому что от нас убежали. Я ее не нашла, ее не было нигде, понимаете? То есть это, опять же, просто очередной, ну, на мой взгляд, был обман для того, чтобы сделать вброс. Дело в том, что у нас в этот раз именно мы увидели всю эту кухню изнутри. Очень сильно поражало то, что нашим наблюдателям запрещали фотографировать и вести запись, то есть фото-видеофиксацию, которую они имели право вести по закону. То есть, в принципе, им никто не имел права запрещать. Но им везде это запрещалось. Плюс ко всему, вот именно подав в суд, уже в суде, мы узнали о том, что у нас в Карагандинской области, в частности в Караганде, хорошо, будем говорить конкретно на наших участках, нигде не велась видеосъемка. Точнее, она велась, но она не сохранялась. Исходя из ответа, получается, что у управления образования не заключен договор на хранение этой информации в виде записей. Вы понимаете, насколько ситуация абсурдна, когда у нас Министерство образования кричит об антитеррористической защите, что они наших детей защищают, установили турникеты, видеокамеры, сервера, все это стоит больших денег, миллионы вложены, а по сути получается тот процесс, который нужен всему государству, гражданам, он не фиксируется. У нас не было возможности, нам не дали видеозаписи. Как Марина сказала, ответчики не явились в суд, и возможности спросить и задать прямые вопросы у нас тоже не было. Тот доверитель, который был со стороны ответчиков, задавал сам вопросы именно провокационного характера. Например, как вы можете доказать, что этот протокол вам дали на участке? То есть даже несмотря на то, что у меня было со всех, из-за чего я вообще подала в суд, у меня были протоколы со всех участков. 7 участков, 7 протоколов было на руках. То есть данные я все знала. И когда озвучил ТИК, территориальная избирательная комиссия или окружная избирательная комиссия, когда были вывешены вывешены результаты на сайте, я поняла, что там почти в 2 раза выше результаты. Опять же, когда я спрашивала своих наблюдателей, что там было 200 человек на участке, а в протоколе было указано 1200 с лишним, вы же понимаете, что эти люди не просто так взялись, то есть это были реальные вбросы. Что касается образования, у нас получается на местах именно сотрудники образования, я не буду говорить, учителя это были или не только учителя, но у нас получается сотрудники именно образования, именно те люди, которые зачастую нам говорят о коррупции, которая запрещена в школах, нам, извините, подарок нельзя ребенку подарить, даже на 8 марта девочек нельзя в школе поздравить, цветы учителю страшно дарить. Именно здесь, получается, и была вся коррупция. Почему?
Потому что мы видим, во-первых, по спискам наблюдателей, спискам доверенных лиц, мы видим, что практически 50% состава наблюдателей и доверенных лиц – это как раз-таки работники данного заведения учебного. Это те же школы, те же учителя, те же колледжи. Это их сотрудники. В принципе, потом к вечеру ни для кого это уже не было секретом, потому что они общались как хорошо знакомые люди между собой. Кто-то был во второй обуви сменной, кто-то уже матом крыл к концу вечера, и это было там, ой, извините, как за здрасте. Поэтому то, что было в этот раз, это, честно говоря, очень дико. Когда мы говорим о том, что у нас необходимо менять законы, или точнее мы новый Казахстан строим, хотя законы у нас работают, на местах их просто не исполняют. Эта коррупция, она... Я бы не хотела ее замалчивать. Сейчас, получается, из нас делают ненормальных людей. То есть я скажу, из нас пытаются сделать дураков. Мы предоставили протоколы с мест, полученных на участках, мы предоставили данные, а нам в ответ предоставили протоколы от вышестоящей комиссии. У меня на 3 из 7 участков видно очень хорошо, что именно вот эта организация поддалась, эта организация поддалась, и, соответственно, эта организация поддалась. Здесь вбросы или что-то, но было. Там выше, выше положенного результаты. Что касается других чистой школы, там было все в порядке. Результаты вот соответствуют именно таким же, как и у меня. Почему? Потому что количество людей, пришедших на участок, соответствует тем, которые насчитали наши люди, наши доверенные лица. Секунду. Хуже всего то, что даже судья или даже вот прокурор после ответов ответчика, представителя ответчиков, я так поняла, что меня поставили в неловкое положение. Теперь создается вообще вопрос ко мне, где я взяла этот протокол. Мое доверенное лицо принес протокол с подписью и печатью с места, с участка. Теперь меня чуть ли не... Я так понимаю, что это как обвинение в мой адрес. Понимаете, что где я взяла этот протокол, потому что он не соответствует тому, что был выше. А если вот так сравнить подписи, тот протокол, который у меня, подписи все разные, это видно, что это разные люди подписывали. А тот протокол, который предоставил ответчик, это протокол, подписанный явно одной рукой. Все росписи, все длинненькие, все узенькие. Это видно, что человек одной ручкой подписывал, один человек. Я считаю, что такие факты нельзя замалчивать. Это по-любому надо говорить об этом, и надо делать перевыборы хотя бы на этих участках. И даже не потому, что я пытаюсь здесь выиграть. У нас были проблемы еще до выборов, потому что я уже тогда писала в прокуратуру, у меня на участке одна кандидат является директором школьного учебного заведения, другая кандидат является секретарем участка, который находится избирательного участка. Нет, она получается членом избирательного участка, который находится в этом заведении. Вы понимаете, и на сайте это есть. Когда я эту информацию предоставила, мне сказали, что она уволилась и подала себя в кандидаты. Я считаю, в таком случае люди должны заранее увольняться, чтобы не иметь возможности договориться. Вот такие вот моменты. Я по поводу протоколов дополню. Вот, Олю, у меня был участок, про который говорю, что он идеально отработал. Там, правда, протокол выдали с темной печатью, с черной, но... На видео видно, как председатель озвучивает каждую цифру. И что вы думаете, в конечном итоге те данные, которые нам предоставили в суде, они тоже завышены, они тоже не соответствуют. И вот я не понимаю, где этот подвох. То ли когда уже доверитель мой ушел, и они переделали именно там, в комиссии, или это было где-то выше переделано. Вот это вопрос. Подводя итоги всему вышесказанному, ответьте, пожалуйста, в чью пользу ошибаются избирательные комиссии? Это, наверное, самый главный вопрос. Мы строим новый Казахстан, но будет ли он справедливым? Опять же, непонятно. Еще вопросы. Что заставляет учителей, врачей, военных голосовать единогласно, содействовать все-таки сохранению этой системы непрозрачных выборов, потому что мы знаем, что вбросы в основном происходят где? На избирательных участках под
при участии наших любимых учителей. Почему? Что они получают за это? И почему так мало говорилось о том, что пора уже переходить к голосованию цифровому? Когда выборы, понятно, что не сразу, но должны стать прозрачными. Что делать в этой ситуации? Попрошу коротко ответить на этот вопрос, потому что время все-таки у нас ограничено. У меня, например, на участке одна из кандидатов была представителем образования. То есть человек с опытом в образовании больше 30 лет. Именно этот человек прошел по тем участкам, где были вбросы. Именно это позволило этому человеку выйти, естественно, и занять должность вот нынешнего депутата. Я так понимаю, что это все было связано как раз-таки с тем, что именно само управление образования заинтересовано в том, чтобы у них в маслихате были свои люди. То есть эти люди будут помогать им оттуда принимать какие-то определенные решения, возможно, касающиеся финансирования или каких-то, например, там, постановлений и так далее. Поэтому это все связано именно с этим. Что касается, что ими движет, опять же, я так понимаю, когда будет свой человек, с ними будет легко договориться, и все это будет как раз-таки возможно для получения каких-либо решений. То есть коррупция, вот она, чистой воды коррупция. Это, на мой взгляд. Лилия, знаете, что самое страшное? Что ни в суде получается у нас, ни на местах, когда мы вот ночью, например, звонили в прокуратуру, в полицию везде, правды не найдешь. И люди не понимают того, что завтра, сегодня у нас коллективный, вот мы иск подали, да, и не можем правды найти. А завтра с кем-нибудь из людей случится какая-то ситуация, которая будет касаться его свободы, его дома, его семьи. И также мы там правды, тот же человек не сможет правды найти, который там находится в суде. Его родственник, его знакомый. Вот это страшно. Что ими движет? Я не знаю, они, наверное, просто не хотят выходить из той системы, в которой находились очень много времени. Возможно, финансы кого-то подкупают. А? Риск увольнения, конечно, да, боятся остаться без места на госслужбе. Тут фактов много, может быть. По цифровому голосованию, я бы хотела, вы сейчас сказали, что, возможно, пора переходить на цифровое. Вы знаете, у нас в стране 82 информационные системы государственные, в которых нет протокола испытания на информбезопасность. Нам рано еще переходить к цифровому. Нам бы сейчас просто остановить всю цифровизацию и навести порядок. Мы не можем идти в цифровое голосование просто потому, что по бюллетеням мы можем назначить экспертизу, да? Взять образцы подписи, независимую экспертизу, судебную экспертизу. А по цифровому голосованию вы этого не сделаете. Там просто нарисуют цифры, и все. Как вы будете оспаривать? Сейчас мы можем обратиться в суд, а потом мы не сможем обратиться в суд. Потому что кибербезопасность и расследование киберпреступления сейчас просто на нуле. На людей оформляют кредиты по биометрии, которую они сдавали когда-то для других целей. И доказать в суде это очень сложно, невозможно. Таких истцов сейчас очереди стоят. И ни судьи, ни адвокаты с этим не могут разобраться. Поэтому нам нужно привести в порядок просто систему голосования, то есть чтобы она была законная. Могу вам сказать, что цель вообще обращений в суд, жалоб и всего остального такая, чтобы к следующим... мы же живем не последний год, правильно? Через 4 года у нас будут еще раз выборы, и мы вновь придем на избирательные участки, но мы все будем уже более юридически грамотны, и наблюдатели, и независимые наблюдатели, доверенные, и кандидаты в депутаты. Мы придем уже совершенно с другим качеством, и голосование в будущем будет совершенно другое. А цифровое, оно еще повлечет еще большую фальсификацию и полное бесправие в плане обжалования. Лилия, знаете, я бы хотела, чтобы эти выборы, которые будут следующие, были просто открытые. То есть каждый человек мог зайти в интернет, или, может быть, это как-то бы транслировалось по телевизору, или какие-нибудь, может быть, экраны бы ставили большие в городе, и каждый мог бы смотреть и следить за процессом голосования, чтобы это было проходило так. Мне буквально сегодня скинул один из моих доверенных лиц такую программку, то есть репортаж был о том, что в магазинах есть подсчет потока людей,
То есть там прямо над каждым человечком идет 1, 2, 3, 4, 5. Вот я так понимаю, что на следующих выборах вот должна быть вот такая вот программа на каждом избирательном участке, чтобы мы могли просто все фиксировать, сколько людей реально пришло на выборы. У меня есть еще одно предложение, оно очень простое. Нужно внести ряд изменений в закон о выборах. Обязательно вести прямую трансляцию, вести видеозапись на каждом избирательном участке с хранением 30 дней. На самом деле тот ответ, который они предоставили в суд о том, что у них нет видеозаписи и невозможно отсмотреть, это тоже нонсенс. Но этому невозможно дать правовую оценку. Мы, конечно же, напишем там и в управление образования, и в Министерство просвещения о том, что у вас, извините, у вас школа без надзора. Но статус школы и статус избирательного участка – это разные юридические, скажем так, поля, да, деятельности. Соответственно, на избирательном участке обязательно вести видеозапись, трансляцию, хранить не менее 30 суток. И все будет просто, и все будет тогда прозрачно. Всего лишь достаточно этого. Только этого разговора достаточно, чтобы понять, что вариантов много, предложений, как сделать выборы прозрачными, много. Но вопрос остается все-таки подвешенным в воздухе. Нужны ли прозрачные выборы действующей власти? Спасибо вам за интервью. До свидания.